Он сделает то, что сказал. Приехал Эфенди в город, познакомился с одним из горожан. Тот приглашает. «Эфенди, ты мне нравишься. Давай пойдем ко мне, посидим, поговорим, угощу тебя хлебом с солью». Пришли, хозяин расстелил скатерть и действительно положил перед Эфенди только кусок хлеба и щепотку соли. В это время у дверей появился нищий и стал просить милостыню. Жадный хозяин высунулся из окна, закричал: «А ну, проваливай, проваливай, а то выйду, поломаю бока». Нищий сделал вид, что не слышит, и продолжал просить. Эфенди выглянул в окно, тоже крикнул ему: «Эй, ты! Не думай, что этот хозяин как другие. Он шутить не станет. Он верен своему слову, сделает то, что сказал».